Друзья, здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать немножко про напряжение. Когда мы играем, можно отслеживать, в каких частях тела возникает напряжение. Бывает, что люди начинают тянуться шеей вперед или напрягать кисть, руку. В общем, по-разному начинает как-то реагировать, зажиматься тело. И здесь, как в йоге, когда вот йог сидит, он медитирует, он занимает не какое-то супер идеальное положение, а он занимает удобное расслабленное положение. Поэтому, когда вы играете на варгане, старайтесь отследить, где появилось напряжение. Появилось — расслабить эту часть тела, на нее дать чуть больше внимания. То есть вам нужно занять настолько удобное положение тела, чтобы нигде не было этих зажимов, чтобы вы могли спокойно играть в течение нескольких часов.